Всем большой привет, на связи Евгений, это канал Евген Коин, и мы сегодня с вами будем обозревать Shiba Token, достаточно интересную мем-монетку, которая дала за год 5000%, и как раз-таки возникает масса вопросов по поводу этой монетки. Что она, скатилась, будет ли она расти, какой у нее есть потенциал, как развивается Twitter, есть ли запал для последующего роста, что вообще с ней происходит, что там за новости с Виталиком, который продал 50, отправил 50% всех монет на поддержку Индии, зачем это вообще происходит, что вообще происходит с этой монетой, и какой мы можем вынести с этого урок, и вообще, что можно делать с этой монеткой. Еще раз напомню, меня зовут Евгений, в описании к этому ролику есть ссылочка на телеграм-канал, где я публикую новости в режиме реального времени по поводу биткоина, разных монеток, которые я покупаю, которые я обозреваю. Поэтому, если вам это интересно, вы хотите получать новости в более быстром формате, чем раз, допустим, в неделю, то залетайте в телеграм, у нас там также есть чат, где вы можете пообщаться с другими людьми, и, если что, и со мной тоже. Побежали, в общем-то, по этой монетке. У монетки есть достаточно большой потенциал, и сейчас буду рассказывать, почему. Давайте я веду вас в курс дела. Если вы не знаете ничего про монетку, а случайно на нее попали, кто уже знает про эту монетку, вам будет хорошо это вспомнить. По сути, какая история у монетки? История очень простая. Это децентрализованная монетка, которую сделали также по приколу, как монетку Doge, да, то есть так, монетку собака, которая называется, да, вот она у нас находится с левой стороны, Doge. А прикол этой монетки в том, что изначально у нее особо нет никакой идеи. Ее сделали по приколу и посмотреть, что в принципе будет. И уже на основании того, что монетка стала развиваться, уже появилась roadmap, плавное ее развитие. То есть будет развиваться разные сервисы, Shiba Swap, Shiba Army, все то, что будет подкреплять стоимость этой монетки и давать ей возможность расти. А то, что вы видите сейчас на графике, вот эти вот колебания, чем они вызваны? Я сам купил монетку вот здесь, на самых низах, получается. Я это буду говорить центы, да, чтобы не говорить там тысячная цента, просто по 20 центов. Я купил по 21, 28 и 23. То есть вот в самом-самом начале я купил. А купил я ее через биржу Gate. Я рекомендую биржу Gate, потому что на ней можно совершать сделки от 1 доллара. И при этом комиссия вообще минимальная, там какие-то минимальные центы. Если вы будете покупать эту монетку на каких-то в других местах, на разных свапах, то вы будете платить комиссию либо в BNB, либо в эфире дополнительно и хранить эти деньги на отдельных кошельках. В моем случае мне это не выгодно, потому что если мне надо срочно продать, я вижу, что курс сильно вырос, либо курс сильно падает, я просто захожу на биржу и продаю по максимально возможной стоимости. Поэтому если вам это интересно, то в принципе все монетки, которые я обозреваю, я их покупаю на гейте. Если монетка пришла на гейт, это говорит о том, что она прошла массу аудитов безопасности и ее уже не страшно покупать. Собственно, вот здесь я ее купил на 4 доллара, и вот здесь она мне дала 70 долларов. Я рискнул маленькой суммой, но эта сумма, которую я получил, мне было достаточно, чтобы закупиться всеми остальными монетками, которые тоже дают определенное количество профита. Вот эти монетки, я их тоже обозреваю на канале, поэтому если что, ставьте палец вверх ролику и подписывайтесь, чтобы я понимал, что я делаю правильное дело. По новостям. А, вот здесь мы монетку купили, она стала набирать в обороте, то есть ее добавили на такие сайты, как CoinGecko, CoinMarketCap, где она залистилась, точнее, ну, была добавлена на эти сайты, у нее стала очень быстро расти рыночная капитализация, у нее стал расти объем торгов, после чего про монетку резко узнали многие. И монетка стала набирать свои активы и стала очень быстро расти в цене и, соответственно, в оборотах. Люди следят за такими проектами, потому что не понимают, что на этом колебании можно зарабатывать деньги. И в монетку залетает большое количество людей. И вот на вот этом этапе проходит новость от, соответственно, от Shiba, что они начинают листинг на Binance. И монетка резко делает еще несколько иксов. То есть она с 10 условно центов подлетает до 30 центов и делает еще x30. И люди, которые покупали монетку вот здесь, а еще даже до этого момента, покупали на 10 тысяч долларов, на 15 тысяч долларов, это именно, ну, больше это комьюнити американское, они здесь стали долларовыми миллионерами. И, соответственно, большое количество людей, которые купили монетку вот здесь на низах, они тоже сделали x30, x20 и заработали на этой монетке очень-очень много денег. И все было бы хорошо, но случился один момент, да, сейчас расскажу, что вот это за коррекция происходит. А коррекция номер один случилась с такого формата. Руководство Shiba, а также еще нескольких других монет, таких как Elon, Akita, они взяли 50% действующих монет, которые существуют на рынке, и отправили их Виталику. Виталик — это основатель сети Ethereum и монетки, соответственно, Эфир. И думали, что это хороший шаг, то есть они ему отправили, чтобы, ну, как такой благородный шаг.
Но Виталик на это достаточно странно отреагировал. Он сначала ничего с этим не делал, то есть у нас произошло небольшое колебание курса вот здесь после этой новости, что Виталику отправили эти монеты. Он отмалчивался, потом ночью происходит новость, что Виталик вывел все эти монетки, он их трансформировал в доллары, и все думали, что он их просто продал. А он их продал, и деньги, которые он с этого всего выручил, он отправил в фонд борьбы с вирусным определенным заболеванием, которое сейчас во всем мире царит и выкашивает большое количество людей, в Индию на поддержку, соответственно, вот против вот этой вот заразы. И на фоне этой новости очень сильно упал курс, да, получается, практически на... Ну, давайте, на 40%, я так просто примерно скажу, 40%. Комьюнити перепугалось, стали спрашивать, что происходит, почему деньги выводятся, все стали думать, что монетка рушится и падает. Ввиду чего, SHIB, это то, что мне понравилось. Они, во-первых, сначала выпустили новость о том, что каким образом строится их экосистема, чтобы люди успокоились, они сказали, что смотрите, что у нас произошло. Да, действительно, мы отправили Виталику наши монетки, с точки зрения благой какой-то, благой мысли, но Виталик это не так понял, и он взял эти монеты, вывел и отправил их на поддержку, соответственно, фонда в Индии. И на самом деле это очень хороший шаг, и в конце этого ролика вы поймете почему, поэтому смотрите до конца. И они отправляют, соответственно, эти деньги в фонд борьбы, на что SHIB реагирует и пишет новость своим холдерам, которые держат эту монетку, что это хорошо, это как раз-таки доказывает то, что наша монета это не просто какой-то случайный мем, а это движимая сила, и мы рады, что вы являетесь частью этой движимой силы, и благодаря вам, благодаря вашей вере в эту монету мы можем помогать людям, мы можем спасать жизни, и это как раз-таки доказывает, что у нас есть миссия, мы не просто какая-то мем, выдуманная монета. И я-то как холдер этой монетки такой про себя думаю, вау. То есть это невероятно красивый обоснование того, что происходит на рынке. И, ну, я, честно, от этого кайфанул. Мне эта новость очень понравилась. И, соответственно, курс стал обратно пытаться восстанавливаться. Но у нас происходит другая ситуация. У нас начинает колбасить биткоин. То есть биткоин упал там с 60 до 50, а потом с 50 до 45, а потом с 45 до 40, и прям вообще рухнул. И вот то, что мы видим, вот эту коррекцию, это именно курсы биткоина. Потому что, как ни крути, все шиткоины, то есть все альткоины, они так или иначе привязаны к курсу битка, потому что рынок начинает напрягаться, они начинают изымать деньги из сети, начинают их выводить, и, соответственно, точно они не пытаются их хранить на шиткоинах, потому что в это время шиткоины могут упасть на 90% в цене. Люди просто перепугали, стали деньги выводить. Но обратите внимание, несмотря на невероятную коррекцию биткоина с 60 до 30 тысяч, это никак не... Ну, то есть вот в последних этапах, получается, с 50 тысяч до 30 курс битка падал. Это практически никак не отразилось на SHIB. Более того, это к вопросу о том, что нужно ли инвестировать в эту монетку. Я со своей стороны принял решение. То есть я говорил, да, что я купил монетку на 4 доллара, она мне дала на верхах 70, я 50% продал. У меня не так много SHIB, у меня получается ее 1 миллион 100. Но я ее больше продавать не буду. То есть я верю в то, что она будет расти. Почему я лично в этом уверен? Давайте смотреть. Во-первых, если мы открываем контракт самой SHIB через Etherscan, мы можем посмотреть на количество держателей монеток. И на сейчас мы видим, что держатели монетки 408 тысяч. У нас происходит 1,5 миллиона транзакций. И, соответственно, это говорит нам о том, что холдеров 500 000. Это много. То есть, и мы видим вот здесь на этом маленьком графике, что это количество выросло. То есть в монетку верят люди, они в нее вкладываются, и количество холдеров растет. Чем больше холдеров, тем, соответственно, больше сеть, тем больше обеспечение сети деньгами. И для меня это хороший знак о том, что, ну, если бы я видел здесь снижающийся график, да, то есть давайте я сейчас просто вот таким образом покажу. Если мы здесь с вами видели, что количество холдеров снижается, значит ее кто-то начинает продавать. Логично, что если ее начинают кто-то продавать, то сеть, соответственно, падает, и интерес к монетке пропадает. А я сейчас вижу, что 408 тысяч человек в монетку верят. Соответственно, я один из них. Дальше. А что касается у нас по новостям. У нас есть, соответственно, официальный Twitter-аккаунт. Мне нравится, как ведется Twitter-аккаунт, потому что на любые события, которые происходят в мире, касательно в сторону биткоина и прочего, SHIB очень логично и красиво отвечает на все это. То есть мне очень нравится, как работает их маркетинг-отдел. Вот они уже говорят о том, что планируется выпуск шибосвапов, потом они будут выдавать какие-то монетки бон. Я в это сильно не вникал, но то есть планируется развитие, да, SHIB to the moon. Они проводят определенные конкурсы, рассказывают, как все это происходит, как у них все это дело развивается.
они реагируют на все события, которые происходят. И если мы посмотрим на рост их Твиттера, да, то есть если мы откроем Твиттер, то мы видим, что у них каждый день идет приток количества людей в Твиттер в среднем по 20 тысяч человек. То есть их Твиттер невероятным образом растет. С 1 апреля до, получается, 29 апреля на 43 тысячи человек. Мы видим, что у них немножечко снижается количество активности по твитам, но они стали просто постить не все подряд, а больше реагировать на новости, потому что я думаю, что они тоже были в шоке. Я не думаю, что вы, допустим, представьте, что вы владелец компании, вы делаете шаг доброй воли, и вы хотите показать, что на вот этом растущем тренде, то есть вы сделали огромный оборот денег, и вы часть этих денег кому-то отдаете, вы не думаете, что этот человек будет вас условно валить, что он возьмет эти деньги и куда-то сплавит. Вы этого не ожидаете. Но несмотря на происходящее, они очень грамотно, очень красиво выходят с этой позиции и говорят о том, что ну вот смотрите, что произошло, не пугайтесь, мы можем помогать, оказывается, мы спасаем людей. То есть мне очень понравился сам шаг, как они красиво из всей этой ситуации выходят. То есть это говорит о том, что что-то у них происходит. И мы видим, что цена, соответственно, растет, то есть они пытаются работать, и видно, что происходит какая-то работа. Дальше. Что еще важно проверять? Обычно, когда появляются какого-то рода такого плана проекты, они появляются условно вчера, и сегодня они уже где-то начинают листиться. Поэтому чаще всего, если мы открываем твиттеры и начинаем их проверять, потому что если мы говорим, допустим, про европейский рынок, про англоговорящий рынок, у них основной ориентир идет на твиттер, а потом уже телеграм и прочие социальные сети. То есть на инстаграм они, в принципе, там его вообще не рассматривают как какой-то инструмент. А то логично проверять, а нет ли каких-то накруток, да, нет ли вот этой вот активности, которая здесь происходит, накрутками, потому что проект может имитировать свой рост. Ну, то есть, грубо говоря, бросать пыль в глаза, что вроде бы там что-то происходит. Они могут, соответственно, пытаться изображать количество новых холдеров, просто гоняя по разным кошелькам. Но сейчас видно, что происходит рост. Если мы, соответственно, посмотрим на Social Blade и посмотрим на Shiba Token, мы видим, что количество фолловеров растет, то есть аудитория активно набирается. Если мы начинаем смотреть дальше, проводить аудиты Telegram и смотреть, а вот аудитория, которая растет, они ботов нагоняют или там реально что-то происходит? Но в данном случае нам, конечно, у нас система показывает, что 49% людей — это фейковые пользователи, то есть 209 тысяч человек из 400 — это фейки. Но я не думаю, что это на 100% правильная информация, потому что если мы начинаем анализировать, то большое количество аудитории, таких как, допустим, из арабских стран, из Индии, они по умолчанию разными сервисами считаются как фейки, да, то есть как накрутка, потому что их там очень много, они все подписываются, они очень активны, и сервисы их воспринимают как фейки. Поэтому вот эта аудитория, которая сейчас растет, она может быть из аудитории Индии, который у нас сервис воспринимает именно как левый трафик, как, соответственно, ботов. Мы видим, что у них есть какое-то количество людей, которые прям очень с высокого качества, то есть это аудитория, которая с ними взаимодействует. Мы видим, что у них есть нормального качества аудитория, то есть основной костяк у них хороший, то есть 200, как минимум, половина аудитории у них живая нормально, ну, по крайней мере, если верить аналитике этого сервиса. А здесь в данные мы можем больше не всматриваться, мы можем посмотреть еще на силу профиля. То есть есть такое понятие, как сила профиля. То есть то количество постов, которые они делают, они вообще как-то реагируют на аудиторию, что происходит дальше с аудиторией, когда она видит эти посты. То есть это именно социальные метрики, которые обязательно нужно знать, по какой причине. Потому что если вы посмотрите вообще на ситуацию в рамках битка, то Илон Маск делает пост о том, что биток это плохо, и рынок падает. То есть у него огромная сила его твитов. И вот здесь как раз таки оценивается, насколько сильны твиты Шибы. То есть вот то, что они постят, оно как-то на кого-то влияет. И мы видим, что рейтинг получается 82. Но если мы переведем обратно на английский язык, то вовлечение аудитории 82, то есть это хорошо, то есть практически 100% аудитории, которая активна, да, в профиле, а 82 — это наивысший рейтинг, то есть аудитория максимально активная. Мы видим количество лайков, которые получает аккаунт, мы видим среднее количество ретвитов, которые делают твит, то есть 676 человек делают ретвит, как только появляется какой-то пост, да, то есть это аудитория. Мы видим, что 43 поста, которые вообще в принципе постятся в Инстаграме, они ретвитятся, то есть аудитории нравится то, что они постят. И прочее, мы видим, что все показатели на верхах, все практически. И мы видим, что это нам говорит о том, что профиль имеет
сильную силу, он может оказывать влияние на аудиторию, и так как посты у нас выходят именно адекватного характера, то есть про что происходит новый листинг, что происходит разработка какого-то продукта, что растет количество холдеров, и это поощряется аудитория, то мы видим, что сам шип, ну то есть сам Twitter развивается адекватно. А почему я делаю на этом акцент? Потому что есть другие монетки, такие как Akita, Dogelon и прочее. Если вы пойдете в их Instagram, в их Twitter и посмотрите, что постят они постят просто мемы, мематики, что мы летим на Луну, у нас какие-то сложности. То есть они пишут какую-то херню, которая не говорит напрямую о том, что они развиваются. Они просто постят, потому что вроде бы нужно что-то выпустить, чтобы аудитория это увидела. Здесь мы видим, что идет принципиальная работа именно с маркетингом. То есть компания именно развивается. Идем дальше. То есть мы посмотрели, что Twitter у них растет, количество холдеров растет, что говорит о том, что все пока хорошо. То есть вполне возможно, что как только выравнивается цена с битком, он опять туда, to the moon, да, взлетит. А что еще мы смотрим? У нас есть очень много разных метрик, по которым мы можем анализировать еще нашу монетку. Есть такие метрики, как Galaxy Score. Давайте сейчас покажу, что измеряет производительность монеты в сочетании с... Сейчас еще раз. Galaxy Store измеряет производительность монеты VS, то есть против себя с течением времени и его тенденции за последние 50 часов. В целом он показывает, насколько здорова монета. То есть суть заключается в том, что анализируется, как поменялись социальные показатели монеты за последние 3 дня. Что такое социальные показатели монеты? Сервисы считают, сколько монетка упоминается в Твиттере, в Инстаграме, то есть вообще в социальных сетях. Если видно, что условно там 3 дня монетка прям бустилась, про нее все-все-все говорили, а за последние 3 дня про нее не говорил вообще никто, то этот рейтинг падает. Это говорит о том, что монетку не бустят. В данном случае мы видим, что монетка занимает 61 из 100. То есть она находится на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что каждые 3 дня про нее говорят. А монетка в данном случае находится на 110 месте среди прочих монет. То есть здесь есть такой своего рода рейтинг других монеток. И данная монета занимает 110 место из 2000, что говорит о том, что она достаточно высокая. Опять, о чем нам это говорит? Что монета социальная, она обсуждаемая, ей интересуются, и эта монетка развивается. Опять же, к какому можно прийти выводу? Так, а что еще? Мы можем посмотреть трафик на наш сайт. То есть, если вы не знаете, то мы можем смотреть, какое количество трафика из каких стран идет на сайты. Что мы тоже можем взять как некоторые, ну, как какой-то критерий, по которому мы оценим, что рост монеты идет. То есть, есть ли рост интереса к сайту? Изучает ли его новые потребители? Да, условно, если так говорить, с точки зрения маркетинга. Но мы видим, что если мы начинаем смотреть аудиторию нашего сайта, то у нас идет 100... в сети появилось около 134 ключевых слов, по которым пытаются найти этот сайт. Но мы видим, что с течением времени, точнее говоря, вот за последнее время, количество трафика на сайт с нуля выросло до 140 тысяч. То есть 134 тысячи людей органически приходят на сайт. То есть они именно ищут сайт в поисковиках. То есть они впишут там Shiba, Inno, купить и прочее. И 134 тысячи человек приходят на сайт. Основная аудитория, как мы видим сейчас, это Штаты, ну это Kingdom, да, государство, это пошел трафик с Индии, а это получается Канада. Ну и там, соответственно, другой трафик, 24% от всего. То есть мы сейчас видим, что монетка и интерес, который к ней есть, он принципиально, преимущественно представлен именно Штатами. Еще раз напоминаю, не забывайте про Индию. Чуть позже скажу почему. Смотрим следующие показатели. То есть уникальных посетителей, посещений в апреле у нас оказывается, месяц просто показывает трафик с задержкой в месяц, да, то есть мы не можем следить вот именно сколько сегодня было людей, можем посмотреть общую тенденцию, мы видим, что в апреле было плюс 328 тысяч, ну точнее не тысяч, а 300, плюс 328%, то есть 327 тысяч были на сайте. Среднее посещение получается 1,4. Это что значит? Это говорит о том, что в среднем каждый второй человек приходил на сайт еще раз. То есть они, может быть, увидели это где-то случайно, а потом вернулись и еще раз посмотрели. То есть у них есть какой-то интерес, они изучают. Длительность сеанса 27 минут. Это говорит о том, что большая часть людей прям втыкает в сайт и проходит на нем 27 минут. Я не знаю, что они здесь изучают конкретно, ну, на 27 минут. Может быть, они все это вчитываются, может быть, они изучают, что это происходит. То есть изучают сайт, то есть они проводят на нем достаточно большое количество времени. Что нам говорит о том, что у них есть также интерес.
И опять же мы видим, что выдача по Shiba токену у нас тоже выросла значительно. То есть в данном случае мы оцениваем трафик по Google, потому что остальные поисковые системы, допустим, в Индии и в других странах, нам сложно оценить. Мы можем посмотреть трафик в Гугле. Но мы можем еще также посмотреть вообще, в принципе, тренд упоминания и поиска Shiba — это восходящий тренд или нисходящий. Соответственно, напоминаю, что восходящий тренд — это говорит о том, что это всем становится интересно. И вообще по всем показателям мы видим, что тренд идет восходящий, то есть оно растет. Если мы открываем еще Google тренды и видим, что поиск по Shiba Coin, мы видим опять же, что Shiba Coin был максимально в пике 11 мая. То есть, ну, получается, 10 дней назад. Сейчас он, конечно же, падает. Почему? Потому что биток упал, и все больше переживают о том, что биток падает. Но в целом мы видим, что тренд еще достаточно высокий. То есть вот 17 мая искало 42% людей. То есть если мы берем вот этот показатель за 100%, да, динамика популярности, то сейчас находимся на 43, на 42. Но я думаю, это связано с тем, что именно упал биток, и биток стал более таким, более важной темой. И если мы еще посмотрим на популярность по региону, мы видим, опять же, то, что мы видели ранее, что основное количество людей, которые сейчас есть в проекте, они из Штатов и Канады. Именно эти люди заработали здесь миллионы долларов, да, потому что, ну, во-первых, у них доходы другие, они могут зайти в проект там, на 10 тысяч, на 15 тысяч долларов. Но также мы видим, что? Мы видим, что в проектах широко представлены Штаты, Канада. Это говорит о том, что, скорее всего, они сливаться не будут, потому что их шибы лежат сейчас на биржах, либо где-то здесь они лежат. А плюс также еще у нас проект широко представлен в Австралии. И как зачатки небольшие проект представлен у нас получается в Нигерии. И практически потом после Нигерии у нас идет проект в Индии. Смотрите, уровень интереса к теме 18. Еще раз напоминаю, что гуманитарная поддержка в виде 2, по-моему, миллиардов долларов не оставила явный след на аудитории Индии к интересу к этой монетке. После чего, соответственно, у нас появляется средний уровень Мексика, Бразилия, Чили, Россия в целом и все остальные страны тоже здесь по меньшинству, по 3. То есть просто представьте на секунду, что будет с монеткой, когда монетка будет представлена с интересом 39 в России, в Индии и в других местах. То есть это говорит о том, что она в целом может очень сильно выстрелить. Но опять же, это только гипотеза. То есть нужно понимать, что это не гарантия того, что это произойдет. Но к этому есть определенные запросы. Почему? Идем дальше. Открываем Яндекс Вордстат. Яндекс Вордстат позволяет нам оценить. Яндекс Вордстат позволяет понять интересы в России. То есть мы видим, что Shiba Inu, то есть Shiba это может быть собака, Shiba Inu это может быть тоже собака, а Shiba как криптовалюта и Shiba Inu как криптовалюта ищет 34 тысячи человек в России. Напоминаю, что мы возвращаемся на экран обратно. Интерес всего 3. То есть представьте, что будет с интересом, когда этот интерес будет 39. То есть просто умножьте количество процентов, чтобы вам было более-менее понятно, какое количество трафика это может быть в России. Опять же, мы открываем еще раз исторические запросы. Мы видим, что в России резко растет интерес к данной криптовалюте. Мы видим, что он систематически набирает обороты и есть запрос и интерес к данной криптовалюте. И если мы берем заключительную новость на сегодня, да, по этой монетке, что действия, которые нам казались странными от Виталика, вдруг оказываются решающими. Власти Индии готовы пересмотреть свои отношения к криптовалютам. Если вы вдруг не знаете, то Индия хотела полностью запретить оборот криптовалюты, потому что они посчитали, что это вмешательство иностранных агентов, они, собственно, будут там устраивать дебош в нашей стране, будут всяких террористов спонсировать через свою криптовалюту непонятную какую-то мутную. Поэтому давайте мы ее просто запретим. Но вот это действие от Виталика, которое прозвучало очень странно, оно говорит о чем? Так, сейчас. По словам осведомленного чиновника, правительство готово по-новому взглянуть на использование криптовалют, а не полностью их запрещать. Поэтому в задачи нового комитета будет входить изучение возможностей блокчейна и разработки отдельного регулированного криптоактива. Что нам говорит о том, что растущий интерес, где мы его видели, растущий интерес от Индии может стать первоочередным, я не знаю просто как сказать, как основным. То есть представьте, что будет, когда интерес к криптовалюте Shiba будет такой же, как в Штатах.
Представьте, что к этому рынку подтянется еще Россия и будет такой же высокий интерес. Это говорит нам о том, что вот этот хай, который у нас здесь был, это еще не хай, а это просто такого рода небольшая проверка. Собственно, к чему я резюмирую? У меня шиб всего 1 миллион, получается, шибок, да, потому что другую часть я продал, и этой частью я откупил все остальные монетки. Я докупать шибу не буду, но продавать ее тоже не буду. Вполне себе возможно, что шиба — это потенциально новый Doge. И это вопрос времени. Если сейчас, получается, у нас крипта еще сильнее упадет, да, возможно, упадет еще шиба. Но сейчас я вижу, что шиба достаточно хорошо держится, несмотря на жесточайшие корреляции на рынке. Вполне себе возможно, что сейчас я выпущу ролик, и она упадет. Вполне себе возможно. Может быть, прямо сейчас, пока я записываю, Илон Маск выпустит какой-нибудь пост в Твиттере, что нужно срочно запретить всю криптовалюту и все биткоины для частных лиц. Этого никто не знает. То есть и говорить о том, что 100% она взлетит, нельзя. Но все данные, которые есть сейчас, которые мы можем собрать, рост холдеров, рост интереса к монетке, они все говорят о том, что это восходящий тренд. Но опять же, тренд может превратиться в нисходящий, если что-то произойдет. Поэтому вам может сейчас показаться, что, ну, убедил, монетка интересна, надо в нее вкладывать деньги. Пожалуйста, не делайте этого. То есть всегда анализируйте всю информацию, которую вы получаете, в максимально жестком формате. То есть думайте, действительно, оценивайте риски, стоит ли этим заниматься. А что будет, если деньги, которые вы вложите, вы их потеряете? Потому что я сам не знаю, что будет с этой монеткой. Запал, точнее говоря, определенная почва для роста есть, но что будет на самом деле, никто не знает. Поэтому если вы сейчас принимаете решение инвестировать в эту монетку, инвестируйте в нее самостоятельно. Не то, что вы этот ролик посмотрели, а вы сами приняли это решение. Я хочу еще раз настоять на этом, потому что я вижу во многих чатах обсуждения, что вот кто-то там про какую-то монету рассказал, а монета упала, и блогер, либо тот, кто там про это писал, он плохой. Но по сути монетку покупаете вы. И я эту монетку сам тоже купил. То есть она у меня тоже упала. То есть она вот здесь выросла, потом она упала. И я просто хотел с вами поделиться своим мнением на этот счет. И большая просьба к вам. Если вам нравится вот разборы вот так вот монеток, пишите, какие монетки вы хотели бы, чтобы я разобрал. Я буду видеть определенное количество монеток, на которые вы ссылаетесь. И самые популярные, на которые больше всего будет ссылаться, я буду стараться таким же образом освещать. А также поставьте лайк к этому ролику, напишите ваш комментарий, чтобы я просто понимал, что это полезно, потому что я пока тоже новичок еще на YouTube, я не сильно понимаю, в каком формате мне двигаться. Поэтому вы мне своими лайками, комментариями подскажете, как мне это делать. И обязательно подпишитесь на телеграм-канал, потому что в телеграм-канале новости выходят в режиме реального времени. Вполне себе возможно, когда вы будете смотреть этот ролик, у нас там выйдет уже 50 новостей и будет куча народа в чатах, которые будут что-то интересное обсуждать. Короче, спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, для вас это было полезно. А я буду готовить новый выпуск «Рассказывайте про что». На связи был Евгений, это канал Евген Коин. Если вы подписались, добро пожаловать. Все, увидимся, пока-пока.